спустя 2 дня на довольно-таки комфортабельном автобусе другой фирмы и всего лишь за 35 рингит я отправился назад на остров Пенанг. Спуск с горных вершин сопровождался туманом и дождем. А вот это место сплошь было усеяно дикими орхидеями. Горные дороги Малайзии довольно-таки красочны. Здесь представлены горы разной высоты, сплошь покрытые джунглями, которые пока что еще в основном не тронуты человеком. А вот вдали показался цементный завод. Малайзийские дороги очень прекрасного состояния. Они разделены между собой бруствером и в обе стороны идут по 2 полосы. И это, конечно же, улучшает проходимость таких трасс. Вскоре горы отступили, и на их месте снова появились пальмы, которые тянулись до горизонта. Здесь нас снова застал самый настоящий тропический ливень. Буквально за несколько минут все вокруг превратилось в реки. В Джорджтаун автобус заехал несколько по иному маршруту и до старой его части мне пришлось добираться на автобусе номер 102. Этот автобус следует от аэропорта до станции Комтар, откуда самые лучшие добираться до разных частей старого Джорджтауна. И вот вскоре я оказался в новом номере отеля. Всем привет! Я снова в Джорджтауне, и это мой новый номер. Смотрите какой. Опа! 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 Это дверь. Оп! Сразу туалет. Оп! Второй этаж. Здесь негде развернуться просто. Сейчас я готовлю кушать. Есть кондиционер,
Вот. Есть ванная, есть туалетная бумага. Но мне не дали полотенце. Поэтому придется вытираться вот вторым одеялом. Вот такая вот ерунда. Вот он. Какой туалет. С вешалочкой. Двери бронированные. Город Джорджтаун – столица и главный центр острова Пенанг. Город раскинулся на большой территории 150 квадратных километров. Здесь проживает около 300 тысяч человек. В основном это китайцы и индусы, и только потом малайцы. С Джорджтауна началось освоение острова европейцами много лет назад. Благодаря этому здесь сохранилось просто рекордное количество колониальных построек – церкви, дворцы, форт и просто дома. По значимости города говорит хотя бы тот факт, что ЮНЕСКО занес Джорджтаун в список всемирного наследия человечества. И не каких-то 1-2 объекта, а весь город целиком. Город Джорджтаун основан в 1786 году английским капитаном Фрэнсисом Лайтом. Свое название получил в честь английского короля Георга III. За короткий срок город быстро разрастается и становится крупнейшим портом и центром торговли в Малайзии на следующие 50 лет. Но с момента основания Сингапура в 1819 году интерес к городу со стороны англичан начал постепенно угасать. А вот с помощью такого парома вы запросто можете переплыть из острова Пенанга на остров Суматра. Несмотря на то, что город находится на побережье, пляжного отдыха тут попросту нет. Во-первых, вход в воду затруднен из-за камней, а во-вторых, рядом находится порт, что делает воду грязной. Зато здесь хорошо посидеть на набережной, которая протянулась от порта и форта на запад на несколько километров. Многие по утрам совершают здесь пробежки. Джорджтаун является отправной точкой для путешествия по острову. Имеет два автовокзала, с которых можно недорого уехать на автобусах до любого пляжа и любой важной достопримечательности. Город является главным центром шопинга и ночной жизни. Здесь находится несколько многоэтажных торговых центров, рынки, десяток ночных клубов и дискотек. Джорджтаун хорош для бюджетного размещения. Главный район недорогих гестов находится в китайском и индийском квартале и образован улицами Либух Чулия, Лорон Глав, Либух Лейтс, Джалан Пенанг и Джалан Трансфер. Главными достопримечательностями в Джорджтауне являются форт Корнвалис, церковь Святого Георга, мечеть Капитан Клинг, мечеть Султана Ахмад-Шаха, дом Кху Конгси, тайский храм Ват Чаяманг Каларам, индуистский храм Шри Марияман, бирманский храм, музей искусств, дом-музей Рамли, музей Пенанга и картинная галерея, протестантское кладбище, смотровая площадка на башне Комтар, Чайна Таун и индийский квартал. Лично мне город Джорджтаун почти не понравился. Я его сравнивал с Гале, который находится на юге Шри-Ланки. И вот если проводить параллели, то этот город намного грязнее, в нем намного больше туристов. Везде, на каждом шагу, кафешки, ресторанчики, которые очень портят исторический вид самого города. Также в городе присутствует очень много людей, которые не имеют постоянного жилья. И от этого в некоторых местах сильно пахнет туалетом, что также не доставляет плюсиков для этого городка. Также очень напряженный трафик, и поэтому местами нужно подолгу ждать, чтобы перейти улицу. В некоторых местах Джорджтауна есть вот такие вот картины знаменитого художника. И для туристов придумали специальный квест. Они бегают с картами в руках по всему городу
ища вот эти вот самые картины. Сбоку это выглядит довольно-таки смешно. Есть в Джорджтауне и такие вот совсем убитые кварталы. А это школьные автобусы, которые возят детей в школу и из нее. А вот исторический квартал под снос. А напротив, уже на смену историческому кварталу, приходят новые постройки. А вот еще один квартал под снос. Наиболее чистыми кварталами на территории Джорджтауна являются территории, где проживают китайцы и сами малазийцы. Места, где проживают индусы и арабы, мягко говоря, не очень чисты. И, кстати, на этих территориях в вечернее время мне встречались крысы. А вот так вот люди готовятся к встрече Рождества. Главный автовокзал для локальных автобусов называется Комтар. Именно отсюда во все части Пенанга расходятся основные маршруты автобусов. Один из них — это автобус под номером 102, который следует в аэропорт и из него. В Пенанге тоже готовится встреча католического Рождества. Один из китайских храмов был размещен прямо во дворе, буквально рядом с индийским кварталом. Буквально за его стеной от солнца укрылся бездомный.